Итак, Московский областной суд приговорил к 16 годам лишения свободы 26-летнюю Дарью Переверзеву. Ее признали виновной в подстрекательстве к убийству собственной матери, двух братьев и сестры. Громкое преступление произошло в сентябре 2014 года. Тела погибших тогда обнаружили в сгоревшем коттедже в Химках. Как позже выяснилось, учинил жестокую расправу жених Переверзевой Дмитрий Колесников. Его приговорили к пожизненному заключению. Спланировала убийство по версии следствия сама Дарья, рассчитывая получить деньги и недвижимость семьи. То, что Даша этого не делала, это просто 100%. Ну, тут даже никакого разговора нет. И опять же, я повторяюсь, что нельзя судить человека просто на том, что она не плакала на похоронах. В ходе следствия был проделан большой объем работы. Это порядка 50 допросов, не менее 20 экспертиз. Установлены истинные мотивы совершенного преступления. В том числе подтверждается причастность к совершенному преступлению Дарьи Переверзевой.